Позвати елочка, гори. Ой, как красиво! И облака сверху светятся. Всем привет! Сегодня на канале Глобэль. Сегодня мы будем украшать елку с Яной. Да, сегодня мы будем украшать елочку. А елочку у нас сегодня украшают Эльза, Анна и Олаф. Ну что, начнем? Да. Давайте. Девчонки, сзади вас лежат шарики. О, нет. Так, Алиса начала у нас Эльза. У нас сегодня не Алиса, у нас сегодня Эльза. Начала вешать шарики. А те, что поменьше, Анна, ты вешай, пожалуйста, повыше. Ты же высокая у нас. Ты тоже высокая? Ну, никто не спорит. Ой, у Эльзы получилось. Замечательно. Бери следующий, Эльза. А Олаф у нас разбирает коробку. Ему интересно, что же там за игрушки. Эльза, Анна, может, мы посмотрим, какие у нас игрушки в шкатулочке? Да, давай. А вот, смотрите, Анна уже открывает. Красивые? Вот это да. Это шарик. Да, покажи какой. Красивый? Ай. Уколол? Ничего, бывает. Доставайте. Там есть снежинки деревянные. Это колокольчик, он может разбиться. Олафу понравился красный колокольчик. Не, Олафу понравилась просто коробочка. А вот еще шарик. Вот елочка красивая. Ну что, приступим, девчонки? Давайте вешать. Садись. Ага. Это тоже колокольчик. Джингл белл, джингл белл, джингл all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Вон бубенцов! Ура! Стеклянный шарик пошел в ход. Вот, у Анны получилось. И уже и красный Анна повесила, и снежиночку повесила. Эльза повесила, посмотрите. Стеклянный шарик, давай. Первый пошел, стеклянный шарик. Попрощайтесь со стеклянным шариком. Пока-пока, стеклянный шарик. Звенит Олаф, помогает вам. Бубенцы, бубенцы. Ой, звенит как. Давай помогу тебе. Давай помогу. Джингл-белл. Еще бери, Алисик, бери еще. Точно так же ниточкой. Хорошо, Эльза, давай. Как Эльза танцует. А Анна? Ты
Ну что, повесим? Ой, не падай, Эльза. Уже закрутилась голова. Помоги. Давай, нам. Держи, я тебе помогаю. Надевай. Шишка. Алисонька, помоги мне. Вот сюда, надевай. Есть, ура! Висит. Не упадет. Не упадет. Нам нужно с вами повесить игрушки, которые мы сделали сами. Повесим? Держи, Алиса. Вешай снеговика своего. Выбирай ему веточку. А ты выбери ему веточку. На какой ему веточке будет удобненько? А ну-ка. Давай. Ой, висит, смотри, как красиво качается наш снеговик, которого мы сами сделали. Не надо сильно, а то он упадет. Алисонька, и ты в другую сторону вешай второго снеговика, или они друзья должны вместе быть? Да, они друзья, они были вместе. Хорошо. Мы их вместе сделали, сказали, что это мальчик и девочка, и теперь они у нас вместе, правда? А вот и наш пингвинчик, Яна справилась. А я тоже на ветке. Смотрите, как он красиво тут висит на елочке. И Алиса решила повесить повыше, да? Нет, там веточка не очень для него, давай такую, которую в его, вот сюда, смотри, тут выдержит веточка. Отлично, все, теперь у нас все наши игрушечки живут на елочке. Вот где живут наши снеговички. Снеговички и пингвиненок. Ну что? Мы нарядили нашу елочку. Сейчас вырядится свет и будет гореть вот это. И Алиса скажет раз, два, три, елочка горит. Скажешь, Алиса? Ой, как красиво! И облака сверху светятся, и елочка светится. Девчонки, вы видите? Облака, и елочка, и что? А можно нам хоровод? Пока, девчонки! Пока! Ставь лайк! Ставь лайк!